В этом ролике я буду запирать людей в телефонной будке и держать их под прицелом снайперской винтовки. Если они попытаются выйти из будки, я их застрелю, поэтому у них не будет выбора, кроме как выполнять мои задания. Короче говоря, я повторю смысл фильма «Телефонная будка». А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментариях. Самая залайканная будет исполнена в следующем ролике. Поехали. Ду набирает номер. Алло. Алло, алло, с кем я разговариваю? Я разговариваю с Кошиным. Да, откуда вы меня... В розовой одежде, с мужским голосом в теле женщины, да? Чё, да-да, ты именно так выглядишь, парень. Ну, да, что такое, почему именно вы меня набрались? Я же вообще другому человеку звоню. Понимаю, что девочка тебе не ответит, она не хочет с тобой разговаривать. Смысл? Ты жалкий вонючий червяк. Сами вот такие. Пожалуйста, не бросай трубку, нет, ты же в курсе, что единственный... Кто у тебя остался? Та девочка тебе не ответит. Тебе даже мама не ответит. Можешь попробовать ей позвонить. Тебя перекинет на другую линию ко мне. В смысле? А кто вы такой вообще? Неважно. Что вам надо от меня? Ты у меня на прицеле. Где? Я сижу на одной из крыш со снайперской винтовкой. Я вас не вижу. Подай мне знак. Давай, хорошо. Вау, да он прям как в фильме реагирует. Подать знак. Видишь того? Медика. Медика, да? Да, вижу, вижу. О, блядь! Убегайте, вас сейчас убьют! Убегайте! Нет, я его трогать не буду. Черт, что ты творишь? Что тебе нужно от меня? Хорошо. Что тебе надо? Первое, что ты должен сделать, это не выходить из будки. Хорошо, я не буду. Значит, смотри. Видишь того полицейского? Черт, он уже убежал. Да, вижу. Ладно, просто кричи, кричи, кричи. Я идиот. Кричи, я идиот. Я не такой, вы с ума сошли? Кричи, я идиот. Я идиот. Я идиот. Я идиот. Тебе идет тут медик. Позови медика, позови медика. Медик, эй, медик, 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 медик. Привет, привет. Слушай, привет, привет. Я идиот, я идиот, я идиот, я идиот. Говори, мне нужно вырезать аппендикс. Мне нужно вырезать аппендикс. Мне нужно вырезать аппендикс. Прямо в будке. Прямо в будке. Прямо в будке, давай, сделай это. Вырежи мне аппендикс. Вырежи мне аппендикс, пожалуйста. Вырежи мне аппендикс, пожалуйста. Я тебя прошу, прямо в будке. Да я этим вырежу. Давай, пожалуйста, вырежь мне аппендикс. Режь меня полностью, режь меня полностью. Сан начал резать живот. Доктор, ты идиот, блядь. Я ж пошутил. Господи, он правда режет тебе аппендикс. Я просто в ахуе, блядь. Помогите мне кто-нибудь. Все, он больше не будет резать тебе аппендикс. Спасибо, бля, я еле живой остался. Чувак, помоги мне, я застрял. Скажи, я... скажи ему, чтобы он тебе живот зашил. Я не буду этому... А, блядь, ну да, кстати, мне нужен живот. Заши мне живот, блядь, и сделай что-нибудь с моим животом. Заши мне живот, заши... А нет, знаешь что? Заши мне, скажи, 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 заши мне живот или съешь мои кишки. Заши мне живот, пожалуйста, мне... Или съешь мои кишки. Заши мне живот или съешь мои кишки. Прикончу тебя на месте, говоришь? Да, нет, ну то есть... Нет, нет, это шутка была, понимаете, это была шутка. Спецназ, помогите мне, меня-то походу в заложниках держат, помогите мне, блядь. Ты же в курсе, что я слышу тебя по телефону, я сейчас тебя убью, если ты будешь звать полицию. Я не специально, спецназ ко мне сам пришел. Говори полицейскому, съешь мои кишки, съешь мою простату, на. Съешь мои кишки, съешь мои кишки, съешь мои кишки. Скажи ему, прокричи ему, съешь мой кишмиш. Съешь мой кишмиш, съешьте мой кишмиш. Да, да, именно ты съешь мой кишмиш. Кишмиш, шишмиш. Ой-ой-ой. Что ты делаешь, ты ебанутый? Да, блин, я же не всерьез, сука! Хватит меня давить! Слушай, у тебя там целая оргия намечается, а ты можешь просто прокричать? Давайте долбиться взад! Кто вы такой? Пожалуйста, давайте как-нибудь по-другому решим вопрос. Пожалуйста, я дам вам деньги, вот. У меня есть миллионы. Ладно, слушай, мне кажется, ты достаточно настрадался, да и у тебя вроде как живот пробит. Я тебя отпускаю. Что, серьезно? Ты молодец, ты хороший парень. Боже, блядь, я живой. Закинул вторую монетку.
Алло, здравствуй. Прости, твоя мама сегодня не ответит, понимаешь? Не ответит мама твоя. В смысле нету моей мамы? Ну, как бы, она как бы есть, а она есть, просто она сегодня не ответит. Ну, я занял линию телефона. Я вот... Кстати, на твоей будке сейчас танцует меня... чернокожий мужчина, ты в курсе? В смысле? Лучше не выходи из нее, лучше не выходи, потому что я тебя пристрелю. А чернокожий мужчина пусть танцует, он веселый. В смысле пристрелишь? Слушай то, что я скажу. Видишь этого розового типа? Да, вижу. Пошли вон нахуй. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Молодой человек, выйди из кабинки. Это я звоню человеку. Выйди из кабинки, раз. Алло. Да подожди. Слышишь ты меня? Слышишь меня? Ты знаешь, что им нужно сказать? Да, 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 что, да, я знаю. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Так, а ты вообще с кабинки слез? Че ты там ржешь? Не обязан. Он сейчас должен уйти нахуй отсюда. Где нахуй? Я разговариваю, по звонку ты не видишь. Слышишь меня? Скажи полицейскому, вот направь на него свой взор, вот на этого полицейского, скажи ему: арестуй меня, или ты просто долб***ёб. Арестуй меня, ты просто долб***ёб. Если ты меня арестуешь, ты просто сыкло. Арестуй меня, говорю, арестуй меня полностью, избей меня палкой, блять. Арестуй меня полностью, избей меня палкой. О, кажется, он уже достал наручники. О, палку достал, ха-ха, хорош. Ай, блять. Кричи, кричи. Ай, ай, ай. Кричи, я хочу суп! Давай быстрее, пока я не пристал. Я свинь! Давай, так, всё, ты меня задолбал. Пошёл нахуй! Спасибо, мне надо позвонить на 5 секунд. Всё, там уже потом расскажешь. Я говорил с будки не выходить, блять. Просто, Дима, ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Закройте рт, хуй, сука, я пытаюсь тут убить человека, блядь, в телефонной будке, нахуй. Я пытаюсь, я хочу уезжать, застрелю его, блядь, я застрелю тебя. Слышишь? Блядь! Алло, привет. Привет. Это я, Санта-Клаус. Я пойду из этой будки, да? Ты хочешь из будки выйти? Да. Ну, нельзя из будки выйти, я тебя тогда застрелю. Хорошо. Ты у меня на прицеле. Сколько тебе лет? 10 лет? А ты хорошо себя вел в новом году? Точнее, в прошлом уже году. Ну да. Что ты хочешь на Новый год? Быстро говори. Компьютер. Компьютер? Да. Вот тебя зовут. Тебя там кто-то зовет на заднем плане, тебя мама зовет. Слушай, что там, тут вот у тебя полицейские, пошли-ка его нахуй. Пошел нахуй. Ты кого послал? Чё? Короче, они что-то не понимают твой сленг. А кричи, как обезьяна. Так что, я тебя видел 5 минут назад, ты нормальным был. Закончи дело, я разрешаю тебе выйти, но при условии, что ты будешь бить этого полицейского с криками. Как будто ты макака. Вот так. Да, кричи и бей его. Всё, ну. Меня держат в заложниках. Спасите, нет, меня держат в заложниках. Меня хотели убить. Алло, это Саныч, здорово. Саныч, дай 100 рублей. Это я, Саныч, да, я тебе не дам 100 рублей. Смотри, если ты выйдешь отсюда, если ты попробуешь выйти с этой телефонной будки, я убью тебя, я снайпер. Ответь на вопрос, почему ты бомж? Меня уволили со всех работ. А что за работа у тебя была, друг? Я был полицейским. Ты бил полицейских? Зачем ты бил их? А я ты полицейским. Был полицейским? Что? С**ись отсюда, толпа. Мужик. Смотри, видишь, в той будке какой-то чел стоит. Я сейчас ему позвоню, и мы будем угрожать ему убийством. Круто, мне это нравится.
Алло. Алло. Ты маме звонил, да, Допол? Да. Она тебе не ответит, я отвечу. Значит, смотри, ты под прицелом. Если ты попытаешься выйти из телефонной будки, я застрелю тебя. Что за розыгрыш? Это не розыгрыш, это реальность. Это жизнь. За жизнь не стыдно. Смотри, чем мне им сказать? Скажи, что по ногам будешь стрелять. Я тебе по ногам буду стрелять, по коленным чашечкам. Ё-моё. Да, да, тебе не повезло. Чё, может, какое-то задание ему дать, слышишь? Да, пускай позвонит своей жене и признается в изменах. Звони своей жене на другой телефон и признавайся во всех изменах. Кого ты там? Собаку, да? У меня нету жены. Нету жены? У него нет жены. А кто есть? А кто есть? Ну, кот есть, и все. Коту звони. Звони коту быстро. Ладно, может быть, она примет как-то. У него другой кот есть. Пускай скажет своему коту. Скажи своему коту, что ты кого-то там собаку, да, трахал, блядь. Алло, Барсик, да. Да, я тебя наложу покушать. Не покушать наложил, а изменял собакой. Барсик, я тебе собакой изменял. Короче, пой песню, я ебу собак. Быстро. Иначе пристрелю тебя. Сейчас. Так я слов не знаю. Сочиняй на ходу, пусть душа поет. Я ебу собак, всегда готов. Сразу несколько котов. О, Барсику это явно понравится. Почему ты дверь не закрыл, блять? Я закрыл. Сейчас, да. А сколько у тебя там людей бегает? Не твое собачье дело, я сейчас убью. Нормально там у тебя. Ты уже знаешь, где мы? Может, тебя туда пристрелить сразу и не мучиться? А что ты делаешь? Ой, человек на твоем пути встал, он тебя спас. Пока. Он сбежал? Да, он сбежал. Там нас взломали. Я понял, да. Пиздец. Нужно найти другое место, дислокации найти. Пять тысяч скинул. Пошел нахуй. Да. Ой, не того развязал. У меня дряда будет, парни. Могу сказать, что отыгровка вышла необычная. Да, стоит отметить, что я действовал не так, как снайпер из фильма, ибо я держал под прицелом всех подряд и просто издевался над жертвами. Мой вариант просто более простой в реализации на Dark RP. Также иногда мне приходилось сидеть в инвизе со снайперкой, потому что без инвиза меня буквально за секунду палили и контент не получался. Но так или иначе, думаю, все равно вышло забавно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также пишите свои идеи в комментариях. Всем пока!